Всем привет! Ну что, впервые в профиле 100% кашемир. Кашемир для миссони. метров на 100 грамм. Всего 3 оттенка, по 2 бобинки на каждый цвет. Кашемирчик представляет из себя вот такую вот цепочку. Пряжа кардная, что, конечно, с таким ограниченным количеством является большим плюсом, потому что бобинки до 500 грамм всего. И одной бобиночки как раз будет на изделие небольшого размера. XS, S, я думаю, что на M тоже должно хватить. И давайте я вам поближе покажу все-таки оттенки. Бежево-песочный, вот с такими полосочками. Образец связан спицами 5 мм. Очень мягенький. После ВТО раскрывается. Так, образцы я не отрезала, потому что бобинки небольшие. И должно хватить все-таки на одно изделие. Иногда так бывает, прям вот где-то на манжете чуть-чуть не хватит. Поэтому продается вот эти бобинки вместе с образцами будут. Тут преобладает бежево-песочный. И такой он спокойный, красивый, нежный. Для тех, кто любит такое более спокойное сочетание, не яркое, подойдет. А для тех, кто любит поярче, вот такая классная расцветка мульти. Тут много оттенков, и оранжевый, и голубой, салатовый, белый, вот даже вкрапление черного есть. Интересный тоже, так покрашена пряжа, интересно. Этот образец на 5,5. Тоже есть пушочек. 5,5, в принципе, тоже подойдет, я думаю, спицам. Вот такая вот она, разноцветная, красивая и мягенькая. И черно-белый. Кстати, вот черно-белый распушился лучше всего. Если будет видно, я надеюсь. Пушочек. Этот образец я вязала спицами 6 мм, и так достаточно рыхленько получилось. Если у вас плотность такая, вы плотно вяжете, то, в принципе, можно и шестерочкой. Пряжа, девочки, в ограниченном количестве, поэтому я бы рекомендовала долго не думать, потому что цена это стоковая пряжа, цена приятная, как для 100% кашемира вообще отличная цена. Не заоблачная, поэтому бронировать можно уже после этого видео. В продаже будет тоже сегодня пост. И детально, какими спицами, еще раз я повторю, в каждом посте.